«Никто мне не должен, не прощаю». Видимо, этим принципом руководствовался 40-летний самарец, когда решился на преступление. Захватил с собой травматический пистолет и направился в магазин автозапчастей. Назвал себя представителем фирмы-партнера, пожаловался на якобы некачественный товар и потребовал у владельца 1 000 000 рублей. «Ты мне должен 1 100 000 или не должен?» «Не должен я тебе». «А кто мне должен?» «Не знаю». Получив отказ, мужчина выстрелил бизнесмену в ногу из травматического пистолета и скрылся. Вернулся через некоторое время, уверенный в том, что деньги все-таки получит. «Давай, смотри, что дело. Я сейчас я даю деньги. Сейчас я даю деньги, чтобы у нас... Сколько ты мне даешь сейчас денег?» При виде 100 тысяч рублей вымогатель потерял бдительность. Здесь-то его и задержали сотрудники полиции. При повторном визите в офис к бизнесмену сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Самарской области подозреваемый был задержан при передаче ему части требуемой суммы в размере 100 тысяч рублей. Вымогатель приехал не один, а с подельником и с небольшим набором оружия. В машине у задержанного обнаружили травматический пистолет. Кому принадлежит? Не знаю, я их вообще первый раз вижу. Кому принадлежит? Сергей нас пригласил сегодня. Просто проект с ним. Если он будет должники. Данный предмет кому принадлежит? Наверное, Сергею. В отношении задержанного мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Олеся Корецкая, «События».